Даня, Дань, надо расставляться, а не разговаривать, Данечек. Расставляй, Сашка. Давай, 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 давай
Если ты не будешь разговаривать и подсказывать, будут моменты у твоих ворот постоянно. Прокидывает его и вперед, дальше, но все время куда-то Даня сзади стоит, он уходит, то есть ты смотри на матчи, смотри на Мишу, мы зону играем, мы не играем личную опеку, то есть у нас нет вот этого галочка, всего остального. Один в один. Пошла передача, вот тогда мы смещаемся по передаче, но не раньше. Ого, вот что, сова что ли? Понимание игры. Это очень важно. Сужать. Надо стоять. Я вы же еще
раз говорю, мы не играем персонально. Здорово, здорово, Владюха, браво! Даня, помогай игрокам выходи, чтобы через тебя отыгрывались. А ты встань за нападающего. И все. Отлепись от него. Линию держи. Не забывайте, мне игры нету от ворот. Мишань, тебе нравится бегать в защиту? Отдай точно! Игрок, игрок, тяни! Мих, никого вокруг нету, ты сопернику отдаешь! Thank you.
Ну можно длинную тогда, Сань! Долго очень! Первый! Здорово, Мирон, умница, Мирон! Это не первый мяч! Мешать! В линию! Лицом сюда! Сыграть, да, вратарь сейчас? Такая передача. Он там же матч же был в этой зоне. Да. Давай, замена. Дальше я замена. Мирон! Отлично, Саша отдал. Хорошо у нас технически. Назад, сильно назад. Еще. Степа, показывай ногу! Готов, потому что, Стёп! Жень, надо верить. Тебе один на один вывели тебя, а ты дождался соперника. Надо верить. Уйди вот туда. Вова, дальше уйди. Вот готовь себе дом. Еще дальше уйди, Родион. А вот отсюда мы уже делаем, да. Стёп, не надо за ними бегать. Стёп, стой в своей зоне. Пространство, отыгрался. Все, весь футбол. Разворота, потак. Давай, давай.
о чем говорил? Иди сюда, иди, дорогой. Волосы выше. Вот и все. Решение. Раз, два. Что, быстрее, другая. Поточнее чуть-чуть. Дальше быстрее. Слово не скажешь, промазал, ну промазал, что. А если не будешь пробовать, так и научишься. На следующий год вон те ворота будут уже. Тем более выходить надо. Thank you.
Он персонально по своему опыту играет нападающим. Он не смотрит, что происходит слева, справа. То есть вы должны это видеть. Нет, вы играете, говорю, как будто там для себя. Вы должны вот этой троечкой двигаться, плюс опорного еще к себе. Отходи, Санёк! С ворота уходи! Ну ладно. Чё вы как раз помазали? Всё, осталось 5 секунд. Бери мяч. Шире, шире, выше, волосы. Миш, двигай.